Неповторимая Абрамова Балашова проведет для вас экскурсию по съемочной площадке своей новой картины «Симфония номер 2». Добрый вечер. Мы находимся с вами около известной на весь мир галереи. И, как вы успели заметить, выглядит она вполне себе безобидно. Но на самом деле это место преступления. Помимо галереи здесь есть другая постройка. Старый дом, который, если так можно выразиться, имеет куда более зловещий вид. Не такой невинный, как сама галерея. Именно в этом доме, на Кладбищенском переулке, произошли те ужасные события. Я думаю, мы можем подойти поближе к этому дому. Дом был выставлен на продажу. Правда, я не уверена, что его все еще можно купить. Видите окно по центру? Именно в нем впервые увидели ту девушку. Давайте пройдем внутрь. Даже при свете дня это место выглядит довольно мрачно. Конечно, жертвы не имели понятия, что за человек живет в доме прямо через дорогу. Преступление было жестоким. 3 сильных удара острым садовым ножом. 1 удар пришелся по лицу первой жертвы. От середины виска, пересекая ухо, до плеча. 2-й удар задел щеку и уничтожил нос второй жертвы. И, наконец, 3-й удар. Задел пальцы, разрезал щеку и повредил правую руку. Сложно сказать, насколько неестественно выглядели лица. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что свидетель преступления не выдержал эмоционального напряжения и слег в постель, а через несколько дней бросился под поезд в Сокольниках. Пойдемте дальше. Девушка была очень странной. Любопытно отметить, что ее сестра была душевно больной и содержалась в городской психиатрической больнице, где умер их брат Николай. А это комната их отца. Но мы туда не пойдем. Давайте лучше пройдем в ее спальню. Это ее комната. Здесь все сохранено в прежнем виде. Видите, это след от ее тела на кровати. Думаю, в шкафу все еще лежат ее вещи. Жаль девушку. Ее отец жил по Старому Завету и содержал семью в большой строгости, ограничивая в денежных средствах. Он любого довел бы до состояния. Эту комнату можно назвать ее убежищем. Она реставрировала иконы. Видите, эти две? Здесь же она и ужинала. Слышите эту музыку? Она играет огромное значение, потому что... Пройдемте к окну, я вам кое-что покажу. Видели бы вы, сколько было крови. Даже не хочется описывать. Довольно смертей! Много крови!
«Симфония номер 2». Картина, которую нужно смотреть целиком, либо не смотреть совсем. В 1913 году в Третьяковке Абрам Балашов нанес 3 удара ножом по картине Ильи Репина, на которой царь Иван Грозный убивает своего сына. Никто не будет допущен к картине после начала остросюжетного триллера Абрамовой-Балашовой «Симфония номер 2».